С приходом полярной ночи количество аварий на дорогах города выросло. Одна из причин, по мнению сотрудников автоинспекции, нарушение правил тонировки. До сих пор некоторые автолюбители пренебрегают законом и ездят на машинах с затемненными стеклами. Сотрудники ГИБДД объявили рейд и в течение недели будут останавливать и штрафовать нарушителей. По словам автоинспектора, в конкретной категории нарушителей нет. Запрещенную тонировку наносят владельцы как бюджетных, так и дорогих автомобилей. Так, накануне во время рейда остановили несколько «Жигулей» с наглухо затемненными стеклами. А ведь такой тюнинг нередко становится причиной аварий. Наш регион особенно и отличается тем, что полярная ночь, ухудшение видимости. Также у нас многие совершаются, есть по статистике, даже наезды на пешеходов или невнимательность на дороге, боковой интервал приводит, что плохо водители замечают свет фар там или в темной одежде пешехода и совершают данный контингент наезды. Проверяют уровень тонировки специальным сертифицированным прибором «Свет». На этом черном седане темные стекла смотрятся особенно эффектно. Вот только экспертиза показывает значение в 20%, что в разы ниже нормы. Впрочем, у автовладельца свое мнение. Не мешают такие стекла ездить? Ну, вообще нет. И все видно хорошо, нормально. Да, относительно пленка хорошая, здесь пропускаемость отличная, замечательная. Передние стекла автомобиля тонировать можно, но так, чтобы светопропускаемость была не менее 70%. Для лобового этот показатель еще выше – 75%. А вот все остальные можно и вовсе заделать глухой фанерой, при условии, что исправны зеркала заднего вида.